Всем хай, я уж, ребят, с вами Лан Геймс. И сегодня я взял много мерседесов. И сегодня у нас будет не просто какая-то карта все-таки, а очень интересное испытание. Сразу могу сказать вам. Короче, сегодня я сравню, и те, которые два мне больше всего понравятся, в следующей серии, если вы наберете здесь 5 лайков, буду соревноваться. Ну, короче, это такая. У нас тут GLS, SCL-ка вот красный, который. Гелик, конечно же. GLE, то есть там был, который большой. S-класс. Я не помню, я 63-й вроде, АМГшный. Да. И вот SL-ка. Все, ребята, погнали. Ну, первое, какую скорость она наберет до того, как вылететь отсюда. Этот, я не знаю, он достаточно быстрый. 125 было. 125. Подожди. Каждому скорость включаем. Не, ну тут сотка всего, ну 120. То есть тут все-таки был побыстрее. Давай тормози, гелик. Да, ребят, гелик едет. Гелик психанул, нужно его переставить. Он что-то это... Всем ошибся. Все, окей, с геликом, все исправили. 3, 2, 1, поехал. Пока что лидер у нас СЛ-ка. Все-таки быстрее его, а пока нет тачку. На момент вылета Так, ну 125. Даже он был побыстрее чуть-чуть СЛ-ки. И мы еще тем более будем оценивать, кто дальше улетит. Я буду просто, кто мне больше всего понравился из этих. Ну, кстати, 130 было. Самый быстрый пока. Братанчик, ну тут спортивку, вы понимаете, спортивный мерс. Он не мерс, у меня еще 130 здесь ехал. Ну, 120, ну 138. Самый быстрый этот вот этот. Давай летим, посмотрим, куда он пролетит. И какое приземление очень неуспешное. Но все-таки проезжает дальше гелик. Странно, меньше всех пролетел GLE. Тут гелик, он на втором месте. Потом S-класс пролетел дальше всех. Потом этот и SL-ка. Мне пока больше всего нравится S-класс, потому что он мощнее всех. И у нее, похоже, пробит баг был. Погнали на следующее испытание. Всех их сюда переспавнить. Так, куда бы нам всем сейчас попробовать на этой карте? Оффроуд, точно сюда нужно. Нам точно сюда надо. Да, смотри, проверим по оффроуду этого пацана. Ой-ё, что-то у него с оффроудом все плохо, дела плохо. А, всё. А у меня еще плохо. Не, ну на эту балку, конечно, вообще изи-пизи, ламинску изи. Не почувствовал даже. Опа! Этот приехал сюда. Все, уже больше не едет. Причем JLE погнали на оффроуд, тоже засунем его. Даже на оффроуд его. Я думаю, здесь он будет поуправляемый. Ну, потому что это JLE. Должно быть поуправляемый дело все-таки. Ну, говорил же. Теперь все, газ пола жмем. Он и помедленнее будет, да? Все такие. SL-ки-то. Ну, я думаю, он проедет подальше. Да, он проехал подальше, потому что это все-таки внедорожник. И типа. Кстати, переворот, если он перевернулся, это тоже считается. Но этот не перевернул. Поедем. Еще едем или не едем?
давай выключим стабу, чтобы полегче. А, не, все, мы не уедем туда больше. Фиксируем. Теперь Елендваген. Обожаю елики, но это прям прекрасное. Это произведение искусства, они тоже прекрасные. Ой, да боже, что я делаю с Елендвагеном? Опа! Как залетел. Ау! Так, вылетаем. Главное сейчас не свалиться. Ну уж если свалился. Если свалился, дисквалификация. А я прекрасно лечу, а я сейчас вообще на максимуме. На максималочках! Надеюсь, я не слечу, надеюсь, не слечу. А, все. Подожди, вот все, а здесь. Все, здесь его оставляем. Результаты зафиксированы будут сейчас. Сейчас все спасем, сейчас всю эту ситуацию выпустим из себя. Вот здесь он у нас будет. По правде? Все. Правда, на пути прям у всех других стоит, но ничего страшного, обед. А уже S-класс, то есть у меня не осталось внедорожников. Это сейчас, я не знаю, если они проедут дальше Гелендвагена, я не знаю, ну гелька. Будем называть по-обычному, мы же обычные люди, а не вот эти вот все вот блогеры, не блогеры. Кстати, нужно там попробовать проехать этот поворот на максимальной скорости, а я сломал себе колесо. А, это изи проигрыш, это проигрыш. Он еще и перевернулся. Класс, мба. Он прям не проехал, потому что он чисто даже повернуть не смог попробовать. Он не постарался даже повернуть. Он даже не постарался. Вот это хоть... Да подожди, я все бампера собрал. Уйди! Поворачиваем, все едем. Наверху мы обогнали все-таки. Пока еще у меня все изи пизи, лаймин сквизи. Я Исельку обогнал, но слетел. Да, я вот здесь вот еще фиксирую результаты. Ну, пока мне нравится только этот. Мне несколько прям не нравится. Мне же нравится S-класс и Гелендваген, потому что они прикольные, самые хорошие. Полодите, смотрим гелик дальше всех, это прекрасно. S-элька не самая плохая. Кстати, это больше уже... Так, подожди, или у меня есть шансы вообще куда-то поехать еще? Да? А подождите, ха. А мы зря теряли на него надежды. А, нет, не зря. Ему очень тяжело ехать. У него еще это... у него заклинил тормоз, забей. Просто забей, у него тормоз заклинил. А, ну я теперь еще спускаться. Погнали, до свидания. Ну, короче, тут мне нравится пока гелик. Очень классно показался гелик. Так, там, а куда этого пацана запихнуть-то? Crash on the Bumps. Это что у нас? Это вот куда нам нужно сейчас всем. Мы там будем следующие испытания. Тут будет чисто по тому, кто мне больше всего понравится. То есть тут не будет, кто самый крутой, там все такое, баллов нет. Ну, типа, нет баллов. Типа, кому повезет, кого, кто мне понравится. Ой, возьму. Пока что мне мало людей нравится, прям очень мало. О, еще один. О, боже мой, это что? Я здесь для чего должна стоять? У меня миллион людей. И ждать этих двух людей вообще. Crash on the Bumps.
А что вообще здесь? Ну давай начнем с нашего S-класса, потому что я так хочу. А что, я хочу с S-класса начать. Максималочку нужно разогнать здесь, и все получится классно. S-класс 200 едет уже. Очень быстрый S-класс. Мне нравится. Прямо делаю. О! Ты что? Ну он 200 ехал. Примерно, и кто даже пролетит, тот красава. Я думаю, это сейчас вообще на изи проедет под 300. Ну, 200 тоже несется. Не, он побыстрее будет. И пролетит, я думаю, поменьше. SL-ка тоже поехали. Это тоже очень быстро. Прям очень быстро. Но это очень плохо тоже в одно время. Так он очень быстрый. Он прям 260 полетел. Окей, GLS. Погнали. Подожди, а что его так сильно клонит? Что с ним нужно? А, нет, это его. У него очень сильно клонит влево. Клонит как будто шина пробит. То 90 километров в час, вы чё? Ну 200, ну 200, ну 200, ну дали 200. Дал, ждаем. Чичи спорт, погнали. Давай, 220, как из класс примерно. А я думаю... ну хорошо, ну полетели. Куда-куда? Смотри, это S-класс, он прилетел дальше немного, чем Дилентваген. Это у нас, я не знаю, кто вообще это, что он. Это похоже на GLE, и скорее всего это так и есть. Может и нет, это SL-ка. А, нет, GLE, вот. А вот что думаю, у меня уже есть, скорее всего, люди, которых я буду использовать здесь на последнем батле. Но давай дрифт арена, скайдроп с неба, просто упади с неба. Вот один пацанчик на Мерседесе упал. Боже. А меня устраивает все. У меня тут вообще хайфую. Смотри, ты бы знал, какая у меня сейчас скорость. 46 километров в час причем. И сейчас будет очень больно. Сейчас будет очень больно. Ой. Бомба-бомба, он прям сюда попал, но не попадет. Не попадет. О, смяло, как жестко вообще. Страшно, прям. Очень жестко смяло, прям. Чересчур жестко смяло. Погнал. И, кстати, нужно еще замерить его максималка в воздухе. Вот он 46 была максималка в воздухе. Я сейчас вообще 58 максималка в воздухе. Мы лететь собираемся. Да, мы собираемся лететь. Я лечу очень быстро. Я здесь рулить могу в нормальном состоянии. Ты знаешь, это прикольно даже. Знаешь, я как будто на самолете, только на Мерседесе. Только от первого лица. Я случайно, извиняюсь. Я хотел замедление времени поставить. Ты что? Я летающий Мерседес.
отбиться, кстати, могу даже. Опа, я летающий. Давай, давай, быстрее, быстрее летим туда. Мы направляемся на землю срочно. Давай, ну не так жестко будет, но будет тоже, я думаю, сильно. А мы не увидим, как он разобьется, потому что это секрет. Пускай дроп опять же. Погнал. А, здесь вроде нет камеры. Прием, прием, база, я лечу. Кстати, у него 52 еще максималка вообще. Слабенькая. Не по-спортивному. Давай, опа! Сейчас будет попой удар. Чик. Но мы это опять же не увидим. А потому что шишали нам это смотреть. Это, конечно, эпично. Но мы увидим только гелика еще. 68! Перебили. У меня руль сам поворачивается. Я сейчас джойстик вот, вот положил. Вообще не трогаю джойстик. Вот, все, руки вверх. Руль сам двигается. Когда газ нажимаю. Нажал газ. Все, руль сам. Сам по себе. Без газа все нормально. С газом вообще начинается крышка. Какой-то трэш. Да почему? Давай быстрее. Очень неудобно. Сай скоро. И дальше идет. 17 минут. Ну, конечно, мне этот Марс не нравится. Не нравится, не нравится, не нравится. Ну, пусть он просто летит. Нам же все равно на него не надо смотреть. На него нужно просто запустить. Интересно, я его догоню на гелике, а, типа... Го-го-го-го-го-го-го-го! 60 всего лишь, он смотрел. Давай, пока этот летит, мы посмотрим. Этот разбился на наш шиш, этот тоже в плюшечку, этот тоже в плюшечку, этот еще одна плюшечка, этот только летит. Летящая плюшечка! Оба! Все, минус гелин, тварин. Еще такой огонь. Я думаю, у нас все получилось прекрасно. И всем спасибо за просмотр. Всем пока.